Приветствие. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Мира, мне 12 лет. Очень приятно, Мира. А скажите, пожалуйста, где вы проводили это лето? Это лето я проводила в чудесной стране Албания, которая и там было море азийское. Спасибо большое. А скажите, пожалуйста, еще имели ли вы честь познакомиться с иностранцами в Албании или просто с какими-то кинозвездами, обычными звездами, певцами или певицами? К сожалению, не имела честь, потому что мы редко выезжали в город. Ну, мы часто выезжали в город, но редко общались с людьми, которые там живут. И еще один последний мой вопрос, так скажем, финальный. Скажите, пожалуйста, а чему вы научились в Албании? Может быть, например, вот я ездила на море, скажу немного о себе. Я ездила на море, и там очень часто играла в дротики. Таким способом научилась меткости. А вот вы чему там научились? Там, так как там не было анимации, я каждое утро поднималась рано и выходила на утреннюю пробежку и занималась спортом на берегу моря. И тем самым я приучила себя каждое утро выходить на пробежки, заниматься спортом чаще и посвящать больше времени себе, наверное. Спасибо большое за интервью. До свидания. Приходите к нам еще, мы обязательно вас примем. Будем рады видеть. До свидания. Спасибо вам тоже. Я была очень рада с вами пообщаться. Сейчас, один момент. Сделай, пожалуйста, шаг вперед. Ага. Еще. Теперь повернись больше к ней. Да. Не-не-не. А, я там. Ничего себе. Потому что, если я расположу, допустим, камеру, то повернись, но ты же не увидишь. Еще раз. Просто в большинстве случаев, не-не, обращайся к ней. Ну, я как-то привет. Ага, хорошо. Вот так надо? Не, я просто смотрю, очень в большинстве случаев